про лошадку видос между вчерашним и сегодняшним видео, которое вы смотрите, расстояние, наверное, месяц, недели три точно. За это время каждый день я занималась я со своей лошадью. Я ее переименовала, теперь ее не зовут Мирто. Она на это имя все равно не слышит, то ли она глухая, то ли немая, то ли глухонемая. Но на рыжуху как-то она стала более отзывчива и сотрудничать стала лучше. Да, какие еще новости? Выяснилось, что у нее треснут зуб. И, ну, или копытом получила, поэтому она так сильно боялась, чтобы я до нее дотрагивалась. А тут такое случилось дело, что она выпила чужое лекарство, воду с чужим лекарством, приготовленное для другой лошади. И ей вдруг похорошело. Там обезболивающее было, антибиотик. Лошадь сменила абсолютно свое настроение. И таким образом я, в общем-то, заглянула ей в зубы. И обнаружила там трещину. Подавала ей немножечко лекарства. Продолжила, раз такое совпадение произошло. И получилось, что лошадь немножечко изменилась. Но потому что она успела все-таки научиться всяким глупостям. Она научилась. Но вот могу похвалить, что до седва, вот от Т2, фермы, вон, видите, вот там она у меня была, вот отсюда мы пришли спокойно, всего лишь на недоустке. Представляете, как хорошо. Теперь я могу к ней подойти. Рыжуха. Она немножечко отходит, но я научила ее стоять. Угу. Ну, вот видите, как будто бы это что-то изменит. Она все равно эти попытки предпринимает. Стой. Рыжуха. Сейчас, конечно, пугает немножко, наверное, телефон. Стой. Рыжуха, иди сюда. Иди сюда, моя девочка, иди сюда. Хватит так бояться, рыжуха. Давай я тебя поглажу. Стой, моя хорошая. Вот, видите, я не держу веревку абсолютно, не думайте. Вот. Никто ничего не держит, никого рядом нет. Вот так я смогла ее научить терпеть притрагивания мои, прикосновения, и нормально, ничего, знаете, все равно, это уже большой шаг, большой прогресс, потому что прыгала она и шарахалась в разные стороны. Я ее научила, кстати, на, как этот круг называется, в манеже, бегать по кругу. Как же это называется? Ой, смотрите, как красиво. Прям не могу вот это не запечатлеть. Так. Короче, но со сменой направления у нас проблема. Вот смотрите, вот с этой стороны она мне дает на нее смотреть. Вот ту сторону крутись, мутись. Вот что хочешь, твори и вытворяй. Ту сторону посмотреть очень трудно. Вот. Пожалуйста. Но она все равно останавливается. Вот мы смотрим другую сторону Мирто. А, то есть рыжуха, я еще сама не привыкла к тому, что я поменяла ее имя. Мирто вроде бы от слова мир, но как-то оно злобно звучало. Или, короче, не подходило это имя. Так вот, сюда мы дошли довольно спокойно. Она пробует всякие травки, даже те, которые другие лошади не едят. Неопытная. Что еще вам рассказать по поводу... А, насчет голоса. Голос до сих пор не проявила. Вот именно поэтому сейчас я ее отвела так далеко. И я уйду. Уйду и будем смотреть, будет ли она звать. Хотя, когда мы с ней занимались, вот это одобрительное лошадиное
типа, я с тобой ругаться не хочу. Это она мне говорила. Кто? Рыжуха, пошли. Так, смотрим, визуально я подняла здесь у нас. Починила, во-первых, ворота. Подняла уровень. Там он навертела веревок, чтобы ей казалось, что тут очень высоко. Так, веревка под ногами болтается. Специально, значит, отпустила ее, она не привязанная. Пами. Вот овцы мне только сейчас здесь не нужны были. Давай, шевелись, шевелись, шевелись. Пошла. Сегодня будем отрабатывать с ней движение, смену движения, потому что привязанной с ней не получается сменить направление. И как она этого не понимает. Так, сейчас тут будут всякие палочки цепляться нам. Давай, Алаги. Угу, пошла, пошла. Пусть хотя бы сначала научится так менять. Ага. Вот, у нее какая-то проблема с направлением. Пошла, 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 пошла. Угу, сработало. Она все время поворачивается одним и тем же боком. Только исключительно этим. Пошла. Пошла, 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 пошла. Сбиты какие-то там у нее. Вестибулярный аппарат. О, молодец. Пошла, пошла. Браво, молодец, моя девочка. Пошла, пошла, пошла. Отлично. О, как овцы резво бегают. Пошла. Отлично. Как только начинает бегать, сразу какает. Пошла. Пошла. Приглядывается, чтобы перепрыгнуть. Так, ну вот смотрите, эта лошадь меня вообще замучила, конечно, очень сильно. Во-первых, она сломала и так еле дышащие эти ворота, потому что мне пришлось отдавать их на сварку. Мне пришлось поменять вот эти ворота. И все за одной лошади. Так, сбиты направления. Пошла. Очень странный кобыла. Смотрит, веревку оставляет по ту сторону. Стоп. Стоп. Алаги. Пошла. Молодец. Давай. Ну ладно, друзья. Не буду отвлекаться, как всегда, на телефон. Буду работать с лошадью. Потому что тут еще длинная веревка под ногами. С которой надо что-то тоже решить. Все. Так, минут 15 спустя. Пошли. Пами. Смотрим, чему мы научились. Паме. Стоп. Алаги. Алаги. Она. Пошла. Браво. В идеале надо, чтобы поворачивалась лицом ко мне. Браво. Паме, паме. Смотрите. Ну, видите, у нее что-то, какая-то проблема. Браво, моя девочка. С телом какая-то проблема, но уже большой успех, то, что мы вот научились менять направление. Смотрите, как замечательно. Она уже запомнила эту команду. Я уже от нее этого один раз добилась, но она не понимала, будучи привязанной. Потому что у нее какой-то сбой с ориентацией в пространстве. И даже когда я ее провожу мимо дверей, и все, она вот именно этим боком за все задевает. Ну, ничего страшного. Ее никто не собирается в качестве ездовой использовать. А для породы, если она подходит, тут мы ожидаем комиссию, если она подходит для породы. Хотя это брак, может передаваться такой брак и детям. Стоп. Алаги. Браво. Молодец, моя девочка. Она повернулась ко мне лицом. Вы это видели? И это говорит о том, что она начинает мне доверять. Браво. Мы не добились с ней доверия, но мы выдрессировали
доверие, например, останавливаться, чтобы я ее гладила. И все. Но раньше с ней было очень сложно работать. Сейчас она у меня специально голодная. Она поела совсем чуть-чуть. Я буквально заморила червячка и попила воды, чтобы ей было как бы еще тяжелее сегодня работать. Приходится на такие плохие хитрости идти. Но зато, чем быстрее она устанет, тем быстрее подружится со мной. Стоп! Алаги! Браво! Ты на меня смотришь! Алаги! Памы! Памы, памы, памы! И по алаги! Алаги! Памы! Молодец! Ничего страшного. Хотя бы так. Потом со временем она поймет, что ей удобнее разворачиваться ко мне лицом. Один раз уже ко мне лицом она развернулась, и это большой плюсик. А ведь мы с ней занимаемся малюсенькими шажками. У кобылы явные проблемы с мозгами. И как это все заходит очень тяжко. Ну ладно, мы продолжим наши занятия, потому что руки у меня заняты телефонами. Она не очень понимает мои команды. Но зато ее очень успокаивает моя болтовня. Видите, как криво идет? Странно, да? Моя девочка. Браво, молодец. Молодец. Пошла, пошла. Пошла, моя девочка. Пошла. Молодец.
Отлично. Отлично просто. Обучаемся. Так, иди сюда. Хороший, Дик, хороший. Ой, будет хорошая лошадь, зачетная. С горем пополам у нас начинается, намечается просто продвижение. Продвижение намечается. Отлично, лошадь, отлично. Как дальше пойдем? До седла дойдем. О, а давайте я в рамках съемок. Я не помню, я ее щетки чистила или нет. Ну, с вами-то точно нет. А одна, не знаю, чистила или нет. Я тебя чистила щетки? А? Девочки, я тебя чистила? Вот, вот, вот. Сторожихе нравится. Вот, вот, вот. Вот так ей нравится гладиться. Впервые в жизни Рычуха будет причесываться вот этой моей любимой щеткой. И для этого он встанет сюда. Вот. Не прыгай. Не прыгай только до небес. Смотри, какая. Приятная. Приятная? Что там? Носи. Носи с руки. Вот. Вот. Отрабатывали, чтобы я могла с другой стороны двери подходить. Ну, вот щетка, конечно, она можно сказать, волшебная щетка. И она, как животных, тебе очень хорошо может расположить. Вот, например, в случае с рыжухой, то ей очень нравится щетка. Ну, думаю, скоро, после того, как мы с ней научимся одевать седло, откатывать ей еще, конечно, рановато, к сожалению. А то я бы обкатала. Правда, не я сама. Я уже сама сноровку потеряла. И тяжеловато будет у меня. Нет у меня на нее. Сейчас кто бы смог ее обкатать. Все толстые стали. Откормленные. Давай подниматься. Давай отрабатывать поворот сюда. Вот, уже спокойно воспринимаю. И сюда. И никуда только не надо бежать. Браво. Ой, молодец. И с этой стороны поворот. Да, сюда. Браво, молодец. Молодец. И никуда не надо бежать. Отлично. И вот так мы вот отрабатываем 500 раз, или сколько понадобится. И какую-то закономерность, например, вот я так,
веревку взяла в другую руку, а гладить эту сторону я всегда буду вот этой рукой, а другую сторону всегда другой рукой. Вот так. Тогда она поймет, вот я беру веревку в правую руку, значит я иду к ее правой стороне и буду гладить ее своей левой рукой. Это алгоритм, который она быстро очень запомнит. Право, право, молодец, право, и сюда. Молодец. И завтра мы уже будем опять работать. Я наконец-то там возвращаются с выпуска козы. Все, давай. Маша, открой козам дверь! Скорей, скорей, сгоняйте коз, Маша!